Bu derste sıfatları öğreneceğiz. Rusça'da sıfatlar genelde isimin önüne gelir, böylece isimlerin rengi, biçimleri tanımlanır. Rusça'da sıfatlar hangi, nasıl bir gibi sorulara cevap verir. Fakat bu sorular ve sıfatlar isimler gibi cinsiyete göre değişir. Какой, какой, какая, какая, какое, какое, какие, какие. Какой это дом? Это красивый дом. Какая это дыня? Это свежая дыня. Какое это яблоко? Это вкусное яблоко. Какие это брюки? Это новые брюки. Sonu sessiz harf ile biten eril cins sıfatlar genelde ı ile biter. Mesela, вкусный апельсин, вкусный апельсин. Кислый лимон, кислый лимон. Ж, ча, ша, ка, г, ха ile biten sıfatlar i eki ile biter. Mesela, свежий банан, свежий банан. Маленький персик, маленький персик. Son sesli harf vurgulu olan eril cins sıfatlar genelde ой ile biter. Большой арбуз, дорогой телефон. Dişil cins sıfatlar genelde ая ve яя ile biter. Mesela, дешевая груша, дешевая груша. Дорогая клубника, дорогая клубника. Ж, ча, ша, ка, г, ха ile biten sıfatlar her zaman а-я eki alır. Mesela, большая картина. Sonu sessiz harfiyle biten nötr cins sıfatlar genelde ое veya ее ile biter. Mesela, холодное молоко, холодное молоко, голубое небо, голубое небо. Ж, ча, ша, ка, г, ха harflerinden sonra ое eki gelir. Mesela, большое дерево, большое дерево. Sonu sessiz harfiyle biten çoğul halindeki sıfatlar genelde ıye ile biter. Mesela, красивые девушки, вкусные фрукты. Ж, ча, ша, ка, г, ха ile biten sıfatlar ие eki ile biter. Mesela, хорошие книги, хорошие книги. Сколько стоит? Сколько стоит? Килограмм, пожалуйста. Килограмм, пожалуйста. Что-нибудь еще? Что-нибудь еще? Попробуйте. Попробуйте. Можно пакет, пожалуйста. Можно пакет, пожалуйста. У вас есть киви? У вас есть киви? Какой это лимон? Кислый или сладкий? Какая это груша? Маленькая или большая? Здравствуйте, у вас есть яблоки? Да, они очень вкусные. А сколько стоят? Килограмм 20 рублей. Какие дешевые! 1 килограмм, пожалуйста.
А апельсины сладкие? Да, очень сладкие. Попробуйте. Ой, какие кислые! Нет, спасибо. Я покупать не буду. Что-нибудь еще? Да, можно мне пакет? Да, конечно. Возьмите, пожалуйста. Спасибо. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bye bye.